Всем привет! С вами Татьяна. У меня новая посылочка, костюмчик для девочки. Хочу вам сегодня показать и рассказать о нем. Костюмчик очень нарядный, яркий, светлый, для лета. Вот такая вот юбочка с леггинсами пришиты. Пиджак и батничек вот такой белый. Начнем с пиджака. Пиджак, значит, на двух пуговицах. Очень плотный. Хлопок стопроцентный. Даже немножко баечка здесь есть. Можно носить такой пиджак даже осенью и весной. Теплая осень и теплая весна. Очень аккуратно все шито. Прицепиться не к чему. Нитки не торчат. Запаха у этого костюма нету. На пиджаке есть еще вот такие карманчики довольно глубокие. Я заказывала на рост 100. Здесь написано на рост 100. Размер на сетке соответствует. Подойдет ребенку на рост 100. Вот такой вот батник белого цвета. Тоже хлопок. Очень плотный, качественный. Рисунок — это не наклейка, стираться не будет, очень практичная. Значит, покажу вот так еще платник с пиджаком. Вот длина на рукавах отличная и длиннее, чем пиджак, так как и должно быть. Юбочка с леггинсами. С кармаш, вот такие вот кармашки тоже глубокие. Вот здесь пришито все аккуратно. Нитки нигде не торчат. Леггинсы довольно длинные. Я думала, что они будут короче до колен. Оказывается, они ниже колен. Здесь пришита вот такая вот резиночка, которая со стороны утягивает. И пришит вот такой вот бантик синего цвета. Леггинсы тянутся, как бы на полненьких девочек. Будет облегать очень хорошо и не будет стягивать их. Резиночка не тугая, очень хорошая. Здесь тоже все аккуратно, пошито. Я очень довольна качеством этого товара, хотя очень сильно переживала. Юбка клеш, пышно будет смотреться. Очень классный и интересный костюмчик. Будут вопросы, задавайте в комментарии, я буду на них отвечать. Ставьте лайки и также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы видеть мои новые видеообзоры. Ну, на этом все. Всем спасибо, всем пока!